Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем огромнейший-огромнейший привет. Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И это рубрика «Открываю новую косметику». Буду пробовать то, что я уже пробовала или что-то появилось у меня впервые. И впервые у меня появились вот эти все продукты. Первое, что я купила, это Stellaria, какая-то лимитированная, в общем-то, серия выпуск. И здесь вот такая вот подводка для глаз. Рисует вот так вот. Потому что я рисую стрелки, и мне уже просто нужно было выбрала из вот этой вот серии, которая является лимитированной. Лайнер. Довольно. Следующее, что у меня появилось, две губные помады. Это новый у нас выпуск, новинки. Серия Giordani Gold с SPF 15, матовая губная помада. Значит, это 64 на конце и 62. Так, давайте все посмотрим. На губах еще не носила. Просто, значит, пока тестировала на руке. 62. Какая-то роза. Вот такая вот упаковка. Упаковка красивая. Здесь у нас уже пластик, а крышка — это металл. Значит, обманка у этой помады есть. Визуально, когда я ее в стике увидела, я думаю, о, что-то не очень. Но посмотрите на срезе. Это только вот от одного тестирования. Вот такой вот оттенок. Оттенок после нанесения мне, конечно же, больше нравится, чем в стике. Видите, когда снимается, там совсем другой цвет. Значит, помада как бы заявлена без запаха, но запах, вот хотели убрать аромат, а запах есть. Вот этого аромат без аромата, лучше бы они это не делали. Мне это не понравилось вообще, от слова совсем. Значит, здесь у нас на конце 64. Визуально в стике смотрится красиво. На срезе более насыщенная. Вот такая вот. Буду тестировать на губах, пробовать, как это будет смотреться на губах. Но пока вот тестирую и открываю вместе с вами. Совсем как бы, да? Ну, оба, в принципе, таких спокойных оттенка, но это, конечно, более насыщенно. Даже вот я даже здесь ощущаю, хотя помада находится внизу, вот этот вот аромат без аромата. В общем, это неудачно. Это, на мой взгляд, абсолютно вообще от слова совсем неудачно, что они решили сделать. Аромат без аромата нет. Так, следующее, что закончилось здесь у меня в очередной раз. Гидрогелевые патчи. Открываю очень мной полюбившиеся патчи от компании Tiandem. Уже, не знаю, какую по счету баночку. 60 штук на 30 применений. Ее хватает, если только использовать под глаза. То есть 30 дней. Я использую патчи по утрам. Клею под глазами. И у меня патчи закончились. Отлично, они справляются со своей задачей, убирают отеки, убирают какие-то припухлости, осветляют область под глазами, разглаживают область под глазами. И здесь у нас в комплекте стандартно, лопаточка, много жидкости и вот такого вот они цвета, как сам футляр. Такие яркие, поднимающие настроение, справляющиеся однозначно со своей задачей 100%. Мне они нравятся. Все ссылочки на компанию Tiandem я оставляю в инфобоксе под видео, по которой вы сможете пройти и для себя приобретать по выгодным ценам классную продукцию. В общем, гидрогелевые патчи повторила. Следующее, что я открываю уже повторно, само собой, конечно, это моя любимая серия «Коллаген Актив». Значит, это у нас серия с коллагеном для лица. Она большая очень линейка. Буду открывать несколько средств в этот раз из этой серии, потому что они у меня все закончились. Он, значит, вот этот вот гидролизированный коллаген, который здесь содержится, он разбит на мелкие сегменты и отлично глубоко проникает в кожу.
для увлажнения, напитывания. И у меня закончился очень экономичный, по моему мнению, тоник. Тоник шикарный. Он такой гелеобразный, отлично напитывает, увлажняет кожу. Просто потрясающий. Антиоксидантная защита, интенсивное увлажнение, эффективное щадящее очищение кожи. Серия очень эффективная, рекомендую, действенная, эффективная, классная. Вот такой нежный увлажняющий тоник. Он такой, как, в общем-то, по консистенции, видите, кажется, он такой довольно-таки жидкий, но когда его на руки наносишь, я руками распределяю по лицу, по шее, по декольте, и он такой, как гель, в общем-то, продукт мне нравится. Так, следующее, что я открываю из этой серии, это продукт, который я очень люблю. Это у нас крем-гель для умывания. Отлично вообще пенится, отлично очищает, снимает макияж. В общем-то, классный продукт. Подходит для всех типов кожи. Инструкция у нас на всю серию. Вот так выглядит крем-гель для умывания. Очень экономично, отлично пенится, отлично очищается, с приятным ароматом, успокаивает кожу, создает ощущение комфорта. После умывания таким продуктом нет никакой не стянутости, ничего. Ну вот просто шикарнейший. Вот, если вы что-то такое прям искали для себя, прям, ну, не знаю, такого прям слова, чтобы подобрать, чтобы вы поняли, это прям нежнейшая такая по консистенции крем-гель, который превращается в классную обильную пенку. Нужно совсем немного и отлично очищает кожу. Усилен витамином Е. Вот, получается сама вот эта вот умывалка. Далее хочу открыть два крема для век. Вот такого крема для век у меня еще не было. Я пользовалась кремами. Это также от компании T&D. И это у нас из серии Charm Collection. Такое антиэйдж действие. Премиальная вообще серия в компании T&D. Это у нас крем-сыворотка для век от морщин. Значит, помогает сгладить морщинки, эффективно там борется с ними. Давайте посмотрим. Есть те продукты, которые я еще не... Ну, конечно же, выбор большой, уходовых средств в компании T&D линеек много. И поэтому еще, конечно, не все. Это не все, само собой. Получается, попробовать. Так, все закрыто. Сейчас посмотрим, как выглядит. По объему 30 грамм. По объему 30 грамм. Кремом для лица, концентратом красоты я пользуюсь. Вот так вот выглядит сам крем для век. Сейчас посмотрим, какой он, кремообразный или все-таки гелеобразный. Такой что-то между кремом и гелем. Интересный. Вот такой вот, в общем-то, крем-концентрат. Вообще заявлено, что это крем-сыворотка для век от морщин. Здесь у нас экстракт есть портулака, бетаин. Вот. В общем-то, вот такой вот буду тестировать, буду пробовать. Очень интересно. Знаю по нему хорошие отзывы. И мне, конечно, хочется самой попробовать. Дальше. Еще вот такой вот Royal Velvet. Значит, открываю крем для век. От Oriflame, он был у меня такой. В общем-то, я разные чередую.
Он уже такой, видите, кремообразной консистенции, более, ну, тоже быстренько, видите, как превращается на руке в невидимое средство, которое прям и незаметно. Вот. Кожа под глазами сохнет, отопление, ветер, холодно, и поэтому нужны вот такие вот продукты. Так, дальше. Несколько средств по уходу за волосами. Так, вот такое средство купила. С таким брендом была вообще не знакома. Это первое, что я от него хочу попробовать для волос. В общем-то, это у нас крем-филлер, восстанавливающий с кератином. Восстановление волос придает гладкость и блеск, облегчает расчесывание, делает волосы упругими, обеспечивает термозащиту. Наносится на такие влажные волосы, кремообразное средство, не смывается от негативного воздействия окружающей среды, обеспечивает термозащиту. То, что нужно, я феном сушу. Посмотрю. Волосы у меня длинные, я всегда в поиске хороших качественных средств. И знаете, пробую даже средства для того, чтобы сравнить, чем я пользуюсь, лучше, хуже, какие производители, что вообще предлагают в этой области. Знаете, то есть, чтобы не стоять на месте. Как можно говорить, что патчи классные, если ты не пробовал, допустим, другие патчи? Я перепробовала много разных патчей по разной стоимости. И видео выкладывала на канале, там и разные корейские патчи, и от компании Mary Kay, то есть от Reflame, то еще там какие-то разные были. Поэтому мне есть, допустим, с чем сравнить. Так же, как и тоники, умывалки, и другие средства. Поэтому, когда что-то типа, может быть, 22 в одном от Reflame, вот тоже такого плана нанесения. Ну, в общем, попробуем, посмотрим. Посмотрим, попробуем, называется. Если не попробовал, уже не можешь сложить свое мнение. Хочу попробовать, короче, вот, чтобы вот так. Также нужно будет волосы покрасить. Крашу я сейчас оттенком 3.0, как всегда, стандартно краской HyRX, только меняю там разные оттенки, вы знаете, а это у меня, в общем-то, стабильно, какой краской я пользуюсь. Далее, что открываю? Открываю для себя биологически активную добавку пиолянь от компании T&D. Витаминно-минеральный комплекс, пью на постоянной основе, по одной капсуле в день. Я пью, муж пьет, поэтому у нас этот бат расходуется. И здесь у нас вот такая вот добавочка, здесь вот такие вот капсулки. По одной в день выпиваем. Насыщаем свой организм витаминами, минералами, поддерживаем здоровье БАД к пище. Вот такой вот состав. Пить можно на постоянной основе, то есть не меняя его, если только его пьете. Можно чередовать еще там по необходимости. Но, в общем-то, открывая его, пьем вот на постоянной основе. Дальше. Биологически активная добавка от компании T&D – это кальцимарин. Кальций, который необходим у нас организму. Содержание, кому интересно. Что здесь у нас? Кальций, витамин С, витамин В6, витамин D3. Для того, чтобы это все усваивалось. Сколько у нас содержится? Все расписано в 3 таблетках, в 5 таблетках. Процент суточной нормы, необходимой организму, да? Чтобы мы понимали. И, в общем-то, дополнительные компоненты для усвоения. Здесь немножко другая упаковка. Так, надо чем-то подцепить и, собственно говоря, открыть. Ну, в общем, там такие уже белые такие круглые таблеточки. Следующее, что? Следующее, это новинка, новый вот такой вот продукт. Пребиотик. Это сироп с пребиотиками на настое трав. Здоровое питание. Это у нас для микрофлоры кишечника. В общем-то, заселяем свою микрофлору кишечника полезными бактериями для того, чтобы быть здоровыми. Потому что здоровый кишечник – это иммунитет, это энергия, силы. В общем-то, если как, не болит кишка, значит, в общем, не болит башка. Вот, потому что от кишечника все у нас как раз-таки зависит. Здесь еще плюс у нас настой трав для того, чтобы снимать неприятные какие-либо ощущения, делать такое как антибактериальное действие именно в желудке. Вот, соответственно, вот такой вот состав, чтобы вы могли прочитать. Вот,
Это у нас не сахар, еще раз, в том понимании, в котором мы прочитали слово и решили, что это. Это у нас противомикробного действия компонент. Противомикробного, против антибиотиков, в общем-то так, более подробно уже расписано по этому продукту. Значит, это у нас продукт, сделанный на Алтае, который в такой очень удобной форме, стиков. Я непосредственно съедаю стика. Вам можно вообще разводить с водичкой, как вам удобно. Когда вы только начинаете заселять свою микрофлору кишечника, вы пьете по 3 стика в день. То есть по одному стику 3 раза в день. Вот. Перед едой все-таки это пить. Натощак с утра, получается, стали выпили, потом вишнево-гранатовое желе и, в общем-то, там дальше все, что вы едите, потом опять снова пьете пребиотик. Здесь содержится бактерия Брейвия, с которой рождается ребенок. Вот. И это у нас все для того, чтобы у нас повышался иммунитет, чтобы у нас не было процессов брожения в кишечнике, не было спазмов, не было, значит, воспалительных явлений, не было синдрома раздраженного кишечника. Потому что когда мы заселим полезными бактериями, нам нужно еще кишечник, конечно же, кормить. И для этого также есть продукты в компании Тиандэ. Это у нас кисели с разными вкусами. Все продукты натуральные, так же как пребиотик, ведь сделаны на Алтае, разработаны для того, чтобы мы были здоровы. Этим, значит, наполняем свой кишечник, эти бактерии кормим для того, чтобы мы были здоровы. Также клетчатку еще в кисели, когда подостыл, добавляем, и тогда получается у нас вообще очень крутого по содержанию, натуральные для кишечника, в общем-то, отличный перекус, отлично, в общем-то, если постоит, становится погуще кисель, и можно уже даже так ложечкой как бы кушать, поэтому все зависит от того, как будете разводить, сколько будете ждать после остывания. В общем, это такие полезняшки для нашего иммунитета, для кишечника. Кисели немножечко по своему содержанию разные, здесь у нас разные они по вкусу, разное у них немножечко количество килокалорий, 30, 37, 45, то есть, соответственно, и будет насыщаемость от этого продукта. Здесь у нас антиоксидантное действие, также содержатся пребиотики, потому что их много не бывает, самое главное заселить, чтобы они еще и удержались в кишечнике, ну и, в общем-то, самое главное, вот еще нужно их подкормить киселями. Кисели можно пить, как и фитосироп, самого маленького возраста, беременным, кормящим, детям, подростки, взрослые, совсем взрослые. В общем-то, вот это вот все просто очень и очень нужно. Ну и, конечно же, заботимся о женском здоровье, используем качественные женские прокладки. Это у меня компания Тиандэ, мне они очень нравятся, разные я приобретаю, абсолютно разные. Вы можете видеть по моим видео, у меня абсолютно разные. В общем-то, какие при заказе попали в заказ, я и заказываю. Они из качественного сырья изготовлены. Они супер тонкие, дышащие, не вызывают вот этого процесса парникового, так скажем, эффекта размножения бактерий. Классные, клейкая основа хорошая, которая не травмирует белье. Они просто немножечко по длине разные, каждая в индивидуальной упаковке, удобно взять с собой, куда-то бросить косметичку, куда-то что-то. То есть они вот так вот упакованы индивидуально, вот очень удобно. Сейчас покажу вам, как они выглядят внутри. Вот, смотрите, они вот так вот выглядят внутри, и здесь у нас на нефритовая свежесть с травами и с анионами. Вот эта вот вставка такая зелененькая, это у нас анионовый получается, анионовая вставка. Вот такая вот. Ну, в общем-то, классные средства гигиены.
компания заботится, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были красивы, здоровы и, в общем-то, качественно проживали свою жизнь. Ну что, вот это вот все те средства, которые мне понадобились на данный момент, потому что ноги просто вот закончились от слова совсем. Вот это все закончилось от слова совсем. Видите, пробиотик тоже очень нужен. Поэтому я открываю средства и кое-какие мне просто необходимы по ходу дела уже тоже. Ну что, буду с вами прощаться. Обязательно пишите, что из этого пробовали вы. А если вас заинтересовала продукция компании Тиандэ, то в инфобоксе под видео есть ссылочка, по которой вы пройдете, зарегистрируйтесь, получите все возможности, которые дает компания. Приобретать со скидкой, качественная продукция, пользоваться всеми акциями, возможностями, открытые программы по здоровью, их более 30 программ, это и детокс, и желудок, кишечник, снижение веса и все остальное. В общем-то, будем на связи. Ну что, буду с вами прощаться. Отлично провела с вами время, открыла новые продукты. Это всегда очень такой классный момент, потому что мне нравится. Мне это нравится. Ну, хорошего вам дня, будьте здоровы, позитивны. И до новых встреч на моем канале. Всем вам пока-пока. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.